Сказка-медитация по мотивам волшебного сна о море. Автор Елена Мир. Представьте, что вы стоите на берегу моря, и море дышит прохладой и свежестью. И вы ощущаете рядом существо, которое отвечает за приливы и отливы. Это существо божественного плана, и оно несет людям оздоровление. Оно отвечает за волны моря, за волны океана, за приливы и отливы морей и океанов. И вот однажды, когда вам было нужно, вы встретились с этим существом и узнали, что сегодня оно принесет вам огромный прилив. Но это будет прилив воды не обыкновенной, а волшебной, той воды, которая оздоравливает тело человека, изгоняя из него все болезни, все неприятности, все невзгоды. И нужно просто коснуться этой воды, если возможно, искупаться в ней. Но даже касание приносит излечение, оздоровление, силу и красоту. Вода прохладная, вода несет очищение, и она может превращаться в снег, но она очень полезна для организма. И вот вы знакомитесь с этим существом на берегу моря и знаете, что будет такой прилив. И вы с радостью касаетесь этой воды, когда вода начинает подниматься. Вы стоите высоко, и вас прилив может не коснуться, поэтому вы чуть-чуть спускаетесь вниз по ступенькам. Вы спускаетесь, чтобы коснуться этой воды волшебной, которая вас излечит от всего плохого, унесет все неприятности и подарит вам новое здоровье, новое очищение, новую радость, новую красоту. Вы касаетесь этой воды и чувствуете благодать, благодать пространства, благодать мира, благодать этого существа. Для некоторых это может нести разрушение, но вы знаете, что это вам несет только радость, только здоровье, только счастье. И вы с радостью приветствуете это существо, и все у вас становится хорошо. Всего доброго, удачи!